Реакция горения, которая происходит с помощью этой установки, позволяет изучать ее без огня и пламени. Лазер нагревает вещество так, что молекулы распадаются так же, как при высоких температурах. Установка помогает изучать скорость реакций, связанных с кислородом. Именно он – главный участник в горении углеродных топлив. И это только часть. В планах создания еще более сложной и большой установки. Она позволит изучать не только молекулярный кислород, но и другие частицы, которые образуются при горении. Мы будем изучать скорости химических реакций горения уже при высоких температурах. Там у нас будет микрореактор, который будет разогреваться до температур горения 1000-1500 градусов Кельвина. Мы будем определять, какие молекулы получаются и в каком количестве. Таких установок во всем мире только три. На базе Самарского университета будет одна из лучших. Экспериментальная установка создается в рамках мегагранта, выделенного правительством России. Проект направлен на решение злободневной проблемы – предотвращение загрязнения окружающей среды. По итогам экспериментов ученые смогут предложить российским производителям новые экологически чистые технологии горения. Важный аспект в экспериментах, которые происходят на этой установке, это реакция озона. Он является основой атмосферы, особенно высоких слоев. Он защищает нас от ультрафиолетового излучения, которое губительно для всего живого. Потому понимание реакции озона и в высших слоях атмосферы, и ближе к поверхности Земли очень важно для понимания в целом атмосферной химии. Первый запуск новой установки планируется только через год. Сейчас идет сборка оборудования и теоретическая подготовка. Ученые вместе со студентами проводят расчеты, используя квантовую механику. Потом эти расчеты будут проверяться во время экспериментов. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».